Расширенное аппаратное совещание, которое провел глава района Владимир Тученко 27 февраля, было посвящено подведению итогов работы в феврале и обсуждению планов на предстоящий месяц. Большое внимание было уделено обсуждению программы социально-экономического развития района, предстоящему визиту в район министра промышленности, энергетики и торговли края. В числе прочих обсуждался вопрос строительства объектов инфраструктуры в микрорайоне села Березовская и многоквартирных домов в Курагино.